Добрый день, дорогие наши участники завершившейся акции сети магазинов «Окей». Соберите сокровища О-карты. Сегодня мы, Еременко Марина, руководитель группы промо-акции «Магазин О-кей». И наша прекрасная ведущая Олеся. Вместе с вами проведем розыгрыш самых главных видов акции автомобиля «К-Е5» и автомобиля «Бай-Ю-5+». Но для начала немного вновь. Акция проходила в сети магазинов «О-кей» на сети «Витоки России» с 17 августа по 18 октября. И в течение 2 месяцев наши покупатели совершали покупки с О-картой, копили окейки и обменивали их на скидки. И более 28 миллионов океек участвуют в розыгрыше главных призов. Представляете, какой масштаб? А все те, кто сохранил на своем балансе окейки по 18 октября включительно, получили шанс выиграть один из автомобилей. Этим счастливчиком можете стать именно вы. Да. И чем больше океек сохранено, тем больше шансов на выигрыш. И мы прямо сейчас узнаем имена и голоса счастливчиков, главных победителей и будущих обладателей прекрасных автомобилей КАИ-5 и БАИ-Ю-5+. И сначала мы разыграем первого красавчика КАИ-Е5. Сейчас вычислительная техника по указанной формуле укажет нам на победителя в реестре с сохраненными кликами. Волнительный момент. Буквально пару секунд, и на экране мы увидим имя нашего покупателя, потенциального главного победителя в акции «Соберите сокровища О-карты», обладателя первого автомобиля. Ура! Окей, победитель определен, и это Наталья. Мы позвоним ей прямо сейчас, чтобы поздравить и услышать ее голос. Очень жаль, что нам сейчас не удастся услышать голос победителя, но мы будем дозваниваться и после эфира в течение суток. Надеемся, что Наталья не упустит такой приз. А в случае невыхода на связь определившегося победителя выбирается следующий по списку реестре номинаций. Теперь мы переходим к следующему счастливчику или счастливице. Давайте узнаем, кто это. Может быть, он прямо сейчас смотрит на нас. Просьба вывести на экран наш второй автомобиль – БАИ-Ю-5+. И прямо сейчас, согласно формуле розыгрыша второго автомобиля, мы увидим имя и последние цифры мобильного телефона покупателя «Окей» и потенциального победителя, обладателя БАИ-Ю-5+. Внимание на экран! И нашим вторым победителем становится Сергей. Предлагаем также вместе с вами, дорогие зрители, голос победителя. Идут звонки. Здравствуйте, Сергей! Вы участвовали в акции сети магазинов «Окей». Соберите сокровища О-карты. Мы звоним вам с радостной новостью. Вы выиграли главный приз акции автомобиль БАИ-Ю-5+. От лица ведущей, представителя О-кей, всех присутствующих на площадке, мы поздравляем вас с таким замечательным призом. Скажите честно, когда вы совершали покупки в О-кей, вы мечтали, что вы выиграете автомобиль? Сергей, какие ваши эмоции, какие впечатления? Вам каждый день дарят автомобили? Расскажите.
Вы рады? Расскажите, с какого вы города? Москва. Город Москва. Отлично, мы очень рады, мы благодарим вас за выбор, окей, и еще раз поздравляем с этим замечательным событием. Поздравляем, Сергей. В ближайшее время с вами свяжутся для уточнения организационных моментов по вручению приза. Всего вам доброго и побольше счастливых покупок с окей. Всего доброго. До свидания. Очень интересная реакция. Но как же приятно радовать и делать людей счастливее, даже если они не так ярко выражают свои эмоции. А вот и подошел к концу наш розыгрыш главный эпизод акции «Соберите сокровища у карты» на сети магазина «Окей». Спасибо вам, дорогие телезрители, за уделенное время. Желаем каждому из вас побед и радостных неожиданностей. А победители, которых мы сегодня осчастливили, будут опубликованы на сайте okmarket.ru. Спасибо вам, дорогие покупатели, за активное участие в акции. Следите за нашими новостями и продолжайте радовать нас покупками и заказами. До новых встреч в «Окей»!